Так, вперед из песни, ребята! На чем мы остановились с вами? Потанцуем, да? Да хоть вот так вот. Я танцор хороший, могу с любой ноги залететь в партер. Все приемы могу показать. Так. На чем мы возьмем? Мы возьмем вот это. И вот так. Сохраняемся. И появляется Sticky Worms, этот вонючка. Давай, бочонок. Мне вот как кажется, может быть, самый простой способ его убить, это просто накидать там кучу бочек внизу, чтобы он просто страдал. Вот эти яйца с глистами просто уничтожаем. Так, ну давай. Ты на меня свои яйца сбрасываешь. Дай ему кофе. Смотри, сбрасываешь, ему вообще по барабану. Вай, так он еще и ходит. Гори! Гори, говорю тебе. Гори. Слушайте, пару гранат, оказывается, и все. Ага, еще эти черваки, да? Все. Сынки его еще ползут только. Фи. Ну и мерзость. Бочка, которая взрывается, да. Лучше подальше стрелять, как я уже мог догадаться. Сколько раз я уже себе подорвал. О, отлично. Слушайте, может быть, он не умер, а сейчас он вылезет? Такой типа, ага, руку потащил обратно. Да, еще вылезу опять тебе тут детей своих. Накидаю личинусов. Будешь их развлекать. Так бы... Такое ощущение, будто некоторые автоматы можно по пару раз крутить. Ну ладно. Думаю, это нам будет не лишнее. Так, сейчас руку ученого поставим. Мы сможем открыть там лифт этот, да? Что-то там у нас откроется. Думаешь, под каким-то комплексом находимся. Под каким-то страшным зданием. Еще мы аккумулятор не принесли. Сейчас еще один босс добы... А, слушайте, сейчас опять, наверное, червь вылезет. Такой типа скажет. Ты что, думаешь, тут у меня отделался? Давай пообнимаемся. Да не ругайтесь, меня на всех хватит. Чего уж прям. Я со всеми пообнимаюсь. Я человек общительный. Так, ну ладно, без червя в этот раз. Ну хорошо. Я уже думал, что подеремся с ним. А-а-а, он опять, смотри. Бедолаги бегут. Кто дальше? Что, нападете еще, да?
Эй! Подлюки, у меня еще патроны есть. Так, все. Никого нет. Отлично. Так, что наконец-то. Только не говори, что вниз. Не, да ну нафиг. Нас сейчас точно съедят. Какой-то советский комплекс страшный. Сейчас покажут советского Немезиса, наверное, какого-нибудь, я не знаю. Советские хэдкрабы. Так, а что у нас тут? Газовый баллон. Пропан, наверное. Опять. Слушайте, опять сейчас червяк нападет. 100%. Уж больно тут много его братанов. Прям все кишит ими. Черви всякие падали. Чинки вот эти. А-а-а. Вай, красота. Так, а тут не очень. Ш, упасть можно. Из этого не очень. Что-то у нас треки в стиле Silent Hill начались резко. Водичка, конечно, так себе, но слушайте, тут так-то неплохо. Выглядит все очень антуражно. Музычка сейчас началась вообще. Мое почтение, люблю такие эмбиенты, спокойные, тихие. Ну давайте послушаем. Классно прям. Прям умиротворение такое. Ладно, можно бежать уже. Звучит классно. Сохранимся сразу. Так. Дорога ведет нас к тракторам. Тачку мы оставили там. Вон вот это бревно езжать сюда. Выезд из тоннеля. А, так вот деревня уже, ничего. Прям так рядом к этой фигне, да ну нафиг. Автобус заколотили, ребята, не зайти. О, это вороны. Я уж испугался, ну нифига себе. Че, отсылка на сталкер будет? На крышу полазить, если. Эти вот ящики с энергетиками, там хабар. Я уже так просто шарюсь. Пока дают пошариться. Потом не дадут же по таким местам походить. Ну, тут, кстати, классно выглядит все. А вон дедус, походу, стоит. Нас дожидается. Нет, дедус, у меня тут еще деревня вся. Дай полазить. Че тут, отсылочки на кордон будут? Нет, не будет. Ну, ладно. Ох, ё-моё. Ишь. Ишь какой. Слушай, ты реально дед? Дед, не надо, я не хочу к тебе, дед. Давай потом. В гости зайду к тебе, дед. А, прикиньте, так мы в дома не можем заходить. Я думаю, что за прикол. А, вот они начались.
короче. Повернула нас обратно, прикиньте. К деду, говорит, иди. Дед, ну я хочу к тебе, но давай потом. Ну давай сейчас. Бля, дед-то молодой. Эй, а ты тот хлопец, которого я жду. Как я понял, это вы инженер, о котором говорил Гаврюха. Я, это я. Пошли в дом быстрее. Я, как говорится, уже приготовил все. Времени нет знакомиться. Я говорю, дед молодой какой-то прям. Дядька максимум. Какой дед? Все в воронье тут. Так, ну у него тут уже получше, чем в хате у Гаврюхи, наверное, будет. Но это не 100%. Садись на стул. Чи будем доставать? Выглядит не очень профессионально. Посмотрите-ка на него. Нос ворочит. Выбора у тебя нет. Да и я свою работу знаю. Расслабься ты. Я введу разбавленный морфий. Возможно, ты отключишься ненадолго. Ладно, давай попробуем. Что у нас там сейчас будет? Война с инопланетянами в голове, наверное, да? Ёбаный в рот! Да что это за чертовщина такая? Я такого за всю жизнь не видел. Чёрт. Ничего-то нехорошо. Говорюш. Слушай, я не знаю, что с тобой такое. Я, значит, пытался чип это достать. Кожу разрезал. Она затягивается быстро. Я не могу достать чип из-за этого. Ты как будто монстр какой-то. Бля, долгая история. Что с чипом-то теперь делать? Ой. Достать чип я не смог, но перепрограммировал его удаленно. Чип не будет работать часов эдак 6. У тебя должно хватить времени, чтоб незаметно прокрасться в город. Ну ладно, спасибо, я пошел. Стой! Пока ты спал, я оружие твое, значит, припрятал. Зачем? Меня, как говорится, предупредили, что, парень, ты диковатый, и чтобы ты нормально доехал, а не наводил шуму, пришлось перевезти оружие на вокзал и там его спрятать. И ты меня не спросил? Зачем так делать? Да я и голыми руками всех могу угандошить. Воу-воу, тише, тише. Просто сядь в машину. Пока чип не работает, ты сможешь незаметно пробраться на вокзал, а там уже забрать свое оружие. Понимаешь, сейчас лучше вообще не высовываться. Я ж не знаю, что у тебя на уме. В какую машину? Мой знакомый отвезет тебя незаметно. Он уже, значит, ждет возле моего дома. У него и доступ есть, а по-другому ты никак не сядешь на поезд. Эхо-муха, вот видишь, силовики проверяют дома. Выйди незаметно с задней стороны, да полезай в машину. И давай без лишних вопросов. Дед такой прям дерганный, да? Целограф, да, стоит? А, все в кровище. Сахар, пиво. Ну, у деда все как всегда, короче. Мужик какой-то тут с чипом в голове. А в машину в чью? В их машину или в другую какую-то? Рост 1.90 м. Так, дед. Здорово, ну чё, погнали. Если чё, у меня погоняло сиплое. Ага, приятно познакомиться. Сиплое, это хриплый. Советую тебе пригнуться. И желательно ничего не говорить. Кстати, самое прикольное, то что вот в чём сидел в тюрьме, в том сейчас и ходит. Как бы в любом случае вопросы-то будут. Хотя бы одежду поменял бы, что ли, Владик. Так, мы с сиплым, с хриплым.
как ты его не заметил-то? Ну чё, блин? Нихера себе. У них тут все под контролем. Да это еще херня. Я дам тебе совет. Лучше не попадайся на глаза силовикам. Чип у тебя хоть и не работает, но рожу твою все знают. Так что аккуратнее. А ты меня до вокзала не докинешь? Нет. Там опасно ехать, и все перекрыто. Сразу спалимся. Думаю, сам приберешься к вокзалу. Блин. Ну ладно, попробуй аккуратно. Ладно, покеда. Мне ехать обратно надо. Ага, бывай. Так, все, Сипут у нас доставил. Все, можно, в принципе, двигать. Че-то у нас тут дверки все закрыты, да? Слушайте, а у нас вообще оружия нету. Это вообще печально. Лучше вступай в ряды для борьбы со злом, да? Ну-ка, стоп. Нарушитель. Повторяю еще раз. Нарушитель. Снайперы. Сейчас меня пам-пам, да, сразу? Да-да-да. Шаг влево, шаг вправо, все. О, крыса. Наступил на крысу, аж он. Кровавые следы теперь. Японцы, да? US, вообще какой-то kills. Понял, сиди дома. И никуда не суйся. Типа Porsche. Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу. Эталонный такой говнюк, да? За рулем. Мир, пис, там все дела. Видели этот плакат уже? Вокзал Красная Сталь. Прикольно. Собака. Метрокопы опять он бродит. Так, ну все, ну-ка. Нормально. Не пройти нигде. Так, опять тут вороны. Тачки. А я просто обшариваю все. Мне вот интересно, может быть, что-то я пропущу сейчас. Интересно. Мужики, рассказывайте. Рассказывайте, мужики, что там произошло. Типа коронавирус, да? В масках сидят. Так, Владик-то у нас, оказывается, регенератор теперь. Спай, Сайрекс, хуй жив. Ну, тут, конечно, да, согласиться можно. Пивчик. Ребятки новые. Все, собака, не гавкай. Там он ребята маршируют круглосуточно. Так, все, у нас тут больше ничего не будет. Балконы такие грустные. Ай-яй-яй. Так, ну куда нас это приведет-то, мне интересно. На вокзал-то понятно, а как мы так попадем-то? Что он там говорит? Да.
Все. Договорил. Так. Ну, сохранились. Тут сохранились, да, автоматически. Чутки пацаны тут. Че, никто разговаривать со мной не хочет, да? Ну ладно. Там мы наверх пойдем сразу, что нам по этой ходить-то? Так, ну что у нас тут? Там, а, ну тут там ничего нету. Я думал, там есть что-то. Тут ничего нет. Вход только для персонала, служебное помещение. Ну-ну. Нам не привыкать. Везде ходим там, где не надо. Только так и получается. Так, там он. Угу. Пивасики опять. Опа. Наконец-то. Вы вернулись ко мне, малышки. Малышки вернулись. А откуда они знали-то, что зайдут? Ля, вот это музон начался тут, я смотри. Сейчас как начнется тут. Ничего себе, красиво тут. Это главное не задеть. Да ты что стреляешь тут? Я по мирным не стреляю, поняли? А тут вот фигню какую-то занимаетесь. Так, ну поэтому сложно промахнуть. Все отлично. Да вы чё орёте-то? Чё орёте? Хватит орать. Может, свищат прям, как не могу. Хризанный. Прикольный. Отменен, отменен. Что тут? Ростоцка. А, ну это прикольно. Это у нас отсылка на игруху. Papers, Please. Так, Красная Сталь, столица. Станция 13, Красная Сталь. Это вроде на этот. Отсылка. Даже не знаю, может на Half-Life. Энск не знаю. Березовка тоже не знаю. То же самое, да, все? Да шо вы орёте? Всё, пошли вы отсюда. Орёте хоть. Сейчас, наверное, в людей буду попадать, да? Да уйди отсюда, мужик, что ты ходишь?
Так, ну-ка. Да иди сюда. Так, там что-то есть, да? Фу, хорошо. А вы не орите, чего орете, ходите? Так, вроде мирных не застрелил, хорошо. Ставьте карточку. Карточки нет у меня. Есть такой пушки. Пули. Так, перезарядимся. Ленин, да, тут все как надо. Ну прям, ну, Soviet Union, да? State. Обслужил. Я тут хотел билет купить. Да как же жаль, походу сегодня поезда не ходят. Не, ну это прикольный каламбур, конечно. Поезда походу сегодня не ходят, да? Отлично. Нет больше сотрудников. Так, отлично. Ага. Еще полезли. Куда лезут, а прям напрямик ко мне. Да я не могу пройти. Чуть не застрял. Вставай, бездельник, работать пора, да? Ну, погнали работать. Да блин. Все-таки мне не казалось, что тут собаки были. Да блин. Да блин, смотри, сколько тут, а. Так, все? Отлично. Это ими пользоваться нельзя, да? Ими тоже нельзя. А тут просто можно в какую-то игру набрать очки, я поэтому и проверяю каждый монитор, каждый компьютер. Так, ага. Тоже нельзя. Ну давай. Сейчас поезда, да, начну ходить. И дверь откроется с новыми этими полицаями. Ну давай. Так, ну давай сюда быстро. Чего вы тут толпой-то прете? Родина. Родина, будь ее достойна. Долой аниме! Не шурши, да? Пакетом на голове. Хочешь быть таким, тренируйся.
Не, ну тут не поспоришь, захочешь. Чё там зло? Зло крадется, мы защитим. Ну-ну. Слава труду, Кука. Так, а сюда нам не надо? Или это под конец? Ага, да, под конец откроем, видимо. Да куда вы все в технические помещения-то лезете? Тут же сейчас перестрелка начнется. Совсем вы себя не бережете, а? Тут все такие. Сейчас опять полезу, да? Не полезут? Ну ладно. Сейчас пойду. Они на меня тут давай как побегу сейчас. Что-то у нас тут какие-то установки интересные для вокзала, чересчур. РЛС какой-то. АРС. ОАРС. Так. Пару установок, трубы. Подпорки какие-то. Это подпорки, конечно. Так, отлично. Диванчики там. Причем несколько. Тоже диванчики, диванчики. Ай! Так. Пойдем назад, подлечимся, да? Если у нас... А, ничего не было, ну ладно. Так. Ой, отлично. Сотруднику хана пришла, я ему помог. Привел его к Ханне. Так, ой, все, выдохся. Так, тут он, путь у нас наверх. А куда еще есть дороги ведущие? Наверх всякие. Нет, этот нам не... Вот тут вот, а что это у нас такое? Интересно. Какую-нибудь фигню высвободим и будем с ней драться. А, ну все, заперто, понял. Ну, пойдем туда, коли нас больше никуда не пускают. Коли его еще нести, там ничего не было такого. Сейчас зомбаки нападут, да? Или что покруче? Ай-яй-яй! Как они больно-то стреляют, вы чё, блин? И аптечки не оставляют. Блин. Так. Куда мы продвигаемся-то, непонятно. Дальше в подвал. Да все зашибись там.
Так, опять мы что-то программируем вообще. Что там Влад печатает, даже сам не понимаю. Дверь открывается обычная. Без какого-либо звонка. Ну, а замка там вообще пофиг. Так. А, нам туда, наверное, сейчас. Принеси аккумулятор туда теперь. Так, ну мы будем парнями дальновидными. Батон заберу. Да господи. Возьму аккумулятор. Понесу на всякий случай. Может, тут тоже надо будет аккумулятор использовать. Кто его знает-то? Сейчас узнаем как раз. Так. Пропустите, дайте дорогу аккумулятору. Так, что у нас тут? Подсветка. Все? Ну, коли еще будет, да? Так, все просто... Так. А как нам открыть-то? Ага, понятно. Опять лезь туда, лезь сюда. Так, ну сейчас мы тут подготовим самые убойные пухи. Ну, это мне жалко использовать. Так, мы не проснемся, да? Будильник-то включен. Будем спать. Так, сегодня отлично, отлично тут. Так. Оболоньку там попьем. Сахарного пивка, точнее. Так. Ага, все, запрограммировали. Дверь открылась. Ох-ох-ох, страшная дверь, если честно, такое ощущение, что какой-нибудь там чупакабра вылетит оттуда. К нам сейчас голубчики побегут, мне кажется, прям толпой. Нет контакта, поняли? Поняли? А, подтверждаем контакт. Да, нормально. Пивасик. Да расстреляли всего, блин, весь дрявый. С двух сторон. Отверстий больше, чем в духовке. Так, ну давайте, давайте. Че вы, где все? То нападают, то не нападают. Как-то непонятно. Так. Ну, что у нас тут? Куча ящиков. Все. Кстати, перезарядимся сразу. Над этим перезаряжаться лучше не стоит. Видимо, не видит потом. Так. Ага, сейчас будет ассасин. Ну давай, ассасин, нападай. Ой-ой-ой. Слушайте, а он какой-то толстый. Вай! Ну, ядерная ракета в одном месте. Так, все.
Блин, всего лишь пивасик. Ну, слушайте. Из-за такого разнообразия оружия вначале легко разобраться, а так-то хороший босс. Проворный. Так, ну давай, давай, давай. Сейчас я перезаряжусь, покажу. Смотрите. Толстые ребята. А, вон, с него броня снялась. Прикольно. Что-то я раздел его сначала. Перед ним как дело сделал, так. Перезаряжаемся. Всякого наберем сейчас сразу. Так, ну в принципе пока с патронами-то проблем нету особо. Я бы сказал, их очень нормально. С врагов, по крайней мере, падают. Так, а нам куда? Ну, наверное, вот в этот вход, да, единственный. Но я везде похожу, мало ли тут. Какие-нибудь там отсылочки, заметочки есть. Красиво, красиво, так. Черные диваны. Где-то я это уже видел, да? Все, врагов не будет, да, мы просто сейчас сядем, но на поезд и уедем. Радужные лавочки, да? Да ё-моё, смотри. Они всё-таки нападают дальше. А я не могу, что ли, пройти? Ну ладно. Интересно было походить там. Мне не дают. Ай, это дип. Так. Че у вас так много-то собак? Так. Проходим, проходим. Никого нет. Тишина благодатная. Все. Все, кто должны были упасть, упали. Да, открытый вагон, а зайти не могу. Парадоксально. Локомотив вообще. Сохранена. Не, нам туда, значит, надо идти. Просто так, чем куча собак вылазила. Что-то, может быть, есть тут? Матрас какой-то старый. Несколько матрасов. А, это брезент, брезент. Чем накрывают, так сказать, все, что можно накрыть. Так, ну в принципе, я думаю, на этом мы закончим, вот, смотря на эту брутальную стенку. А уже продолжим в следующей серии с вами.
На этом я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Увидимся в следующих выпусках Владика Брутала. А на этом всего вам хорошего. Берегите себя и своих близких. До свидания.